Здравствуйте, мои дорогие. Вот хочу показать вам еще украшения, которые я сделала. Вот, манекена у меня нет, к сожалению. Нашла тут вот вазу, но на ней, конечно, все не показать. Ну, вот это вот с фарфоровой штучкой, с такой. Такие вот бусики. Вот еще одни. Тут у меня вот агат белый. Вот эти вот четыре бусинки. Это перламутр. Остальное стекло. Но стекло вот интересное, видите, вот какие бусины, такие как винтажные. Вот. Так что вот такие вот бусы. Ну, остальные не будут смотреться на коричневой вазе, поэтому показываю так. Вот такие замечательные штучки винтажные. И вот такие вот бусы. Бусы получились. Долго я ломала голову, что из них сделать. Очень мне хотелось но не было у меня желтых вот таких бусин ярких. Потом я все-таки нашла. И вот сделала. Вот такой браслетик я сделала. Заготовочки вот эти, как из ложек, я заказываю, конечно. Очень мне нравятся такие вещи. Вот такой вот браслет. Вот такие вот бусы я сделала из яшмы. Я вот, честно говоря, не люблю яркие украшения. Не знаю почему. Раньше любила, сейчас не люблю. Такие бусы, вот эти вот колечки я одела, чтобы не было видно соединений между камушками. Вот, вот такие вот. Вот такие бусы. И вот такие серьги к ним. Вот такой браслет. Это четыре бусины крупных. Это индийский агат. Это тоже зелененький агат. И это змеевик. Такой вот. Вот такой вот. Еще один браслет тоже,
тоже из агатов коричневых и зеленых. Еще я люблю сетку. Не знаю, она у нас почему-то в стране не очень приживается. Не знаю почему. Я думаю, что люди как-то более консервативные, что ли, у нас. А я очень ее люблю. Там вот имитация жемчуга. В середине покрупнее, там помельче. Мне очень нравится, когда там пересыпается все. Вот, и такой же браслетик. А это я вам хочу показать, мои дорогие. Это я делала для себя бусы. Это мой любимый камень, лабрадорит. Он... Сейчас вот я вам покажу. Не знаю, видно, нет тут. Вот видите, он под разным углом. У него цвет меняется. Вот, я очень люблю этот камень. Вот, видите? Так он с виду обычный, что-то серый какой-то, серо-зеленый. Вот. Но как он переливается, я его обожаю. Вот, сделала бусы. Сделала. И вот пустые что-то они. Что-то мне в них не нравилось. Вот. Это я хочу вам показать просто, как с помощью простых совсем приемов можно изменить украшение ваше. Вот я сделала на цепочку вот такие штучки. И хочу вам сказать, сразу стало все другое. Так что не бойтесь. Можно разнообразить любые украшения с помощью простых приемов таких вот. Ну вот, ну и вот шарфики из последних. Бейте, не помню, показывала я вам их или нет. Ну ладно, покажу еще разочек, если что. Вот, кстати, у меня кто-то хотел купить, и я не могу найти никак в комментариях. Если что, напишите. Вот такой вот пятнистенький. Тоже и агаты, и стекло. Вот такой вот шарфик такой, шотландка, красно-темно-синяя, с такими бусинками. Еще один такой. У него тут зеленая, желтая, фиолетовая. Такой вот сделала. Вот. Так что
шарфики делаются. На Новый год уже раздарены. А еще надо делать. Вот, а сегодня еще хочу залить картинку жидким акрилом. Вот, потом, когда делаю, вам покажу. А так, мои дорогие, пока. Пока, мои хорошие. Не болейте. Я вон четвертый день болею, так прям все из рук валится. Не болейте. Все, Новый год прошел. Скоро и весна будет. Вы же знаете, время как летит. Не успеешь оглянуться. Все, целую вас, люблю, обнимаю, мои дорогие. Пока-пока.